Относительно небольшой по территории Ульяновской области представлены все средства массовой информации. Радио, телевидение, интернет-порталы, газеты и журналы. И все они каждый день работают для того, чтобы ульяновцы были в курсе последних событий, которые происходят в мире и стране. День журналиста расписан по минутам. Утро начинается с просмотра информационных сайтов и соцсетей, поиска тем для будущего материала. Необходимо созвониться с людьми и договориться о встрече, не опоздать на планерку, а потом вплотную заняться своим текущим материалом, дабы успеть к дедлайну. Чтобы написать или снять стоящий материал, нужен хороший информационный повод. В его поиске журналистам помогают коллеги из региональной пресс-службы. Мы работаем в хорошем оперативном темпе. Работы у нас всегда много. Мы, наверное, больше бойцы невидимого фронта. Если ребята наши личники ездят на передовой, то вот здесь, можно так сказать, такая своеобразная работа. Не на передовой, а работа больше невидимая, но от этого ее меньше не становится. Бойцы невидимого фронта пишут тексты на разные темы и готовят пресс-релизы, которые затем мы, журналисты, перерабатываем. Правительство региона – это то место, где аккумулируется вся информация, которую затем мы, СМИшники, то есть средства массовой информации, с помощью пресс-службы доносим до каждого жителя региона. Пресс-служба – это своеобразное агентство позитивных новостей. Здесь знают абсолютно все – кого отстранили, кто вступил в новую должность, где и когда будут происходить встречи с главой региона, на какую тему следующее совещание. К примеру, поступило вводное, что губернатор едет знакомиться с новыми предприятиями малого бизнеса. Приглашение корреспондентам отправляют заранее. В назначенное время собираемся вместе и отправляемся на первую точку. По ходу пресс-секретарь губернатора Тимофей объясняет, что и как будет происходить на месте, параллельно созваниваясь с ответственными людьми, чтобы знать точно маршрут. Я понял. Осмотр на граждане. Все, хорошо, давай. Пресс-секретарь, фотограф и оператор главы региона работают в тесном тандеме много лет, поэтому понимают друг друга с полуслова. Также слаженно и четко отрабатывают выезд корреспонденты с операторами. Для региональных СМИ, как и для федеральных, важна в первую очередь оперативность. Но главное – это успеть все снять, потому что темп работы иной раз просто зашкаливает. Выходим из машины и бежим на точку, где глава региона знакомится с молодыми предпринимателями. Пока идет серьезный разговор, который снимает оператор, журналист осматривает новое место, оценивает сервис и качество продукции, расспрашивает участников и уже делает определенные пометки к будущему материалу. Отмашку дает пресс-секретарь губернатора, и мы спешно грузимся в машину, чтобы успеть посетить вместе с главой региона еще несколько точек. Я корреспондент, по сути, сейчас на съемке нахожусь вместе с видеокамерой, потому что корреспондент, в первую очередь, это универсальный солдат, который должен уметь делать все при любых обстоятельствах, быть готовым достать оперативно мобильный телефон, включить за долю секунды видеокамеры и снять тот самый момент, который твой оператор по каким-то причинам снять не успеет. Вы одна единая команда, которая делает один единый продукт. После мероприятия СМИшники спешно разъезжаются по своим редакциям, чтобы пустить в работу набранный материал. Своя специфика работы есть в издании. Особняком стоит радио, где выпуски новостей выходят каждый час. А радиоведущие общаются со слушателями в прямом эфире. Формат радийных новостей, это факт известный, отличается от телевизионных, да? У нас важна оперативность. Во-первых, каждый час выходит выпуск новостей. У нас наша эфирчика, все знают, на 3 минуты раньше остальных, то есть за 3 минуты до окончания часа. И поэтому мы следим за всеми по возможности новостными лентами. Радиожурналист все время в работе. Он подмечает какие-то моменты в интернете, чтобы потом упомянуть о них в программе. Приглашает гостей на эфир, продумывает темы, а самое главное, бережет свой рабочий инструмент – голос. Вы же не видите, да, кто за микрофоном. Поэтому, конечно, надо голосом, эмоциями, я опять же говорю, обязательно, как я считаю, нужно, чтобы было хорошее настроение, чтобы человеку было просто приятно и интересно тебя слушать. Телевидение – это сочетание зрительных и слуховых ощущений. При подготовке видеоконтента журналист становится членом большой творческой группы, в которой он сотрудничает с редактором, режиссером, монтажером, оператором, дизайнером, администраторами. Особенности работы на телеканале «Репортер»? Пожалуй, самое главное – это тонус. Ты всегда в тонусе. Ведь недаром логотип нашего телеканала, буква «Р», очень схож с знаком вопроса. Ты действительно всегда стараешься найти ответы на все вопросы. И самое главное, я думаю, что работа журналиста не ограничивается графиком с 8 до 17:00. Даже по дороге домой настоящий журналист найдет новую тему для очередного репортажа. Наконец, мы с оператором после посещения конкурентов отправляемся домой, в Ульяновскую правду.
В издательском доме «Ульяновская правда» с утра и до ночи кипит жизнь. Газета готовит очередной выпуск, новостной портал оперативно выдает новости, а в ТВ запись пресс-конференции сменяется выпуском сюжетов и программ. Печатники – люди особые. Народная газета вот уже 28 лет радует своих подписчиков. Наши коллеги – настоящие профессионалы своего дела, еженедельно готовят интереснейшие материалы и рассказывают о самых значимых событиях не только страны, региона, но и отдаленной Ульяновской глубинки. А еще эти люди сохраняют историю Ульяновской области, обрабатывая фотографии для архива. Очень большая часть жизни фотографа, если не самый молодой по возрасту. И, слава Богу, вот есть наши японские друзья-товарищи, которые создали такую волшебную машинку, которая может переводить за чашечкой кофе при свете такие вот пленочные дела в электронный вид. В редакции царит особая атмосфера. Журналисты корпят над статьями, редактор правит статьи, а фотографы отбирают фотоматериал на полосы. Итак, сейчас мы вышли из редакции газеты «Народная» и идем в редакцию газеты «Ульяновская правда». Нам нужно пройти буквально несколько метров по второму этажу, по узкому коридору, чтобы попасть из одной редакции в другую редакцию. Итак, здесь сидят журналисты, которые каждый день пишут новости. Итак, чем же занимаются журналисты «Ульяновской правды»? Правды мы сейчас и посмотрим. В самой известной газете области все чинно и размеренно. Каждый знает то, чем он должен заниматься, поэтому шума и суеты нет. Здесь работают над выпуском официальных сведений и материалов. От «Ульяновской правды» вниз по лестнице мы идем на верстку и дальше зайдем к нашим любимым корректорам, из которых мы, журналисты, просто не мыслим своей жизни, потому что они что-то где-то исправят, что-то где-то подправят, и получится просто замечательный материал. Производство печатных СМИ состоит из нескольких этапов. Особо значимы верстка и корректура полос. С помощью специальной программы верстальщики размещают весь подготовленный материал на полосы будущей газеты. Готовый вариант распечатывают на принтере и передают в руки корректоров, которые внимательно проверяют готовый продукт. В создании единого медиапродукта важна роль каждого специалиста. Первая часть – качество. Опять-таки, газета ограничена объемом. Есть еще такой момент, как объем по материалу, по количеству написанного текста. Иногда, может быть, хотелось бы расписаться, но есть сам контроль. Специфика работы интернет-портала ulpravda.ru заключается в форме и оперативности подачи материала. Это своеобразная многофункциональная площадка с интерактивным сервисом. Новости, афиши, статьи, инфографика, фотографии и видеосюжеты, погода и не только – все это есть на одном ресурсе. Кстати, именно здесь и размещаются материалы моего родного отдела ТВ. Заходим в отдел ТВ – непосредственное место нашей работы. Самый главный человек – это редактор, который помогает нам оперативно выпускать новости, а самое главное – делать их правильно. Редактор следит за организацией съемок и монтажом, правит текст журналиста и делает определенные пометки. В принципе, все хорошо, единственные синхроны парочку поменял местами. За кадровым все неплохо, так что можешь начитывать. Я иду уже начитывать, отлично. Чтобы начитать текст, корреспондент должен иметь грамотную речь и хорошо поставленный голос. После начитки видео, текст и звук отправляются режиссеру монтажа, который делает из трех составляющих единый качественный видеоконтент. В итоге получается самый классный сюжет, который затем выходит на ulpravda.ru. Мы можем посмотреть всегда на нашем портале. Мы показали всего лишь небольшую часть той огромной работы, которую каждый день делают операторы, режиссеры, редакторы, фотографы и все те люди, которые хоть как-то соприкасаются с профессией журналиста. Журналист – это профессионал, который быстро находит, обрабатывает материал и качественно его преподносит для целевой аудитории. Однако журналист – это не просто профессия, это образ мысли и жизни. Поэтому мы всегда рады, если наши ряды пополняются креативными, молодыми, а самое главное – новыми людьми.